Легитимно и прозрачно. В Новосибирской области готовятся к проведению выборов губернатора и региона. На волеизъявление у граждан будет 3 дня, и это только одно из нововведений. Появилась возможность дистанционного электронного голосования. Это должно сделать электоральный процесс удобнее и проще для избирателя. Дайте кандидатам спокойно победить. Мне все равно, какой кандидат, как общественному наблюдателю, какой кандидат победит, чтобы он был честно, согласно закону. И за этим мы должны наблюдать. Следить за прозрачностью и законностью на предстоящих выборах будут наблюдатели. За их плечами уже большой опыт и солидные наставники. Также они прошли специальное обучение. Об этом сообщили на круглом столе, посвященном выборам в России. Сегодня у нас более 36 соглашений с общественными организациями, с политическими партиями мы тоже имеем соглашение. У нас подготовлено более 4000 наблюдателей, которые сегодня готовы, прошли обучение. Мы готовы им дать направление и отправить наблюдать на избирательные участки.